К другим новостям. В Чувашии работает один из лучших педагогов-психологов России. Александра Горелова вошла в топ-15 лауреатов Всероссийского конкурса профессионального мастерства. Она работает во второй Чебоксарской начальной школе для детей с ограниченными возможностями здоровья. В нашей школе учатся дети с нарушением в речевом развитии. Работа по адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья – это и зона моей профессиональной ответственности, как школьного педагога-психолога. Видеовизитка – первое из 4 заданий Всероссийского конкурса профессионального мастерства. 57 педагогов-психологов со всей России проводили еще и открытые мастер-классы, писали психолого-педагогические характеристики. В список 15 лауреатов вошла Александра Горелова из Чувашии. Но я так чувствую, что моя любовь к детям дает мне силы и веру в себя. И в моей профессии при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья невозможно работать без любви. И это моя главная сильная сторона, я так считаю. К слову, Александра дважды участвовала в республиканском конкурсе профмастерства. Один раз была лауреатом, во второй победила и отправилась защищать честь Чувашии на всероссийский этап. Это будет мотивирующим таким фактором для тех специалистов, которые вновь будут приходить к нам на рабочие места. Ведь есть у кого чему поучиться, есть на кого равняться. И в этом смысле Горелова Александра является достойным примером специалиста в области педагогической психологии. Мне кажется, что моя профессия похожа на наш национальный танец. И сложная, и очень интересная, и дарящая радость.